Эта небольшая картина несет на себе явный отпечаток импрессионизма. Это проявляется в технике письма, в котором выполнены цветы в венке девушки, ее одежда и украшения. В то же время ее лицо прописано очень тщательно. Видно, что художник все свое внимание уделил ему тонкой нежной коже, свежему юному румянцу и прозрачным голубым глазам. У этого мастера есть множество портретов русских красавиц, в основном пышных, даже вычурных нарядах до Петровской эпохи. В этом же случае на картине запечатлена юная девушка в венке из простых полевых цветов. На ней неброская одежда и скромные украшения в виде разноцветных бус. Этим она разительно отличается от остальных парадных портретов красавиц кисти этого художника. У девушки светлые, золотисто-русые волосы, заплетенные в одну косу. Характерный признак незамужней барышни из любого сословия. Ее голову украшает венок из разных цветов и листьев. Такой головной убор был характерен для жительниц южных губерний России, Украины и Белоруссии. Он подчеркивал красоту и свежесть девушки, ее нежную светлую кожу с легким румянцем, сочные алые губы. Весь облик портретируемой буквально дышит молодостью, красотой и здоровьем. Необычным является взгляд девушки. Обычно на портретах все персонажи смотрят на художника, из-за этого создается впечатление взгляда прямо в глаза зрителю. Здесь же такого нет. Девушка смотрит вверх и в сторону, словно видит что-то внутренним взором. На портрете нет ничего лишнего, чтобы отвлекало внимание. На других портретах кисти этого мастера очень много деталей, украшений, пестрых тканей, поэтому невозможно сосредоточиться на чем-то одном. Здесь же явным фокусом внимания является лицо девушки, ее ясные чистые глаза. Это очень красивая, радостная картина, несмотря на предельно простой сюжет и минимальное количество деталей.